тебе, родитель. Дорогие друзья, я сейчас разговаривал по телефону со своим знакомым, студия, с Серафимом Пупкиным. И благодарю Серафима за то, что напомнил об этом грандиозном событии. Студия, дело в том, что сегодня день рождения у Петра Петровича Петрова. Должен сказать, я много наслышан об этом замечательном человеке. Его друзья и близкие положительно отзываются. А жители Мухосранской области сочиняют стихи и слагают басни. За годы безупречной работы в сфере строительства он пахал, как раб на галерах, чем, безусловно, мне симпатизирует. Петр Петрович, дорогой ты мой, от лица Российской Федерации, и от себя лично хочу поблагодарить вас за огромный вклад в федеральный бюджет нашей страны в виде отчисления налогов и пополнения казны золотым запасом. Будьте уверены, Родина вас не забудет, по крайней мере, пока платите. Передаю поздравительное слово президенту Беларуси Александру Григорьевичу Лукашенко. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемый Петр Петрович. Вы просто не представляете. Я счастлив, как никогда в жизни. Владимир Владимирович, огромнейшее вам человеческое спасибо за кредиты и поддержку. Если бы не вы, тогда я не знаю, что бы со мной было бы. Даже не представляю, в какой жесткой обстановке я бы сейчас находился. От всей Беларуси и меня лично я хочу поздравить вас с днем рождения. И поэтому прошу у вас... Это что она себе здесь позволяет? Не надо мне это. А если хочет знать, между прочим, именинник, уважающий себя человек, и поздравления принимает только от законно избранных президентов. Петр Петрович, не обращайте на нее внимания. Я, кстати, тоже о вас очень много наслышан и знаю, что трудитесь вы в России... Кстати, пользы от вас для Белоруссии гораздо больше, чем от некоторых. Вы хоть там налоги платите, а нам потом здесь пародист. Кредиты дают. Слава тебе, Господи. Да. Все правда. Ну что же, Александр Григорьевич, я так полагаю, вы уже понимаете, где живет ваш новый кандидат на пост президента Белоруссии. Петр Петрович, примите мои искренние поздравления, к которым присоединяются ваши лучшие друзья. Иван Иванов, Сидор Сидорович, Матрас Матрасович, Абдулла Абдуллаевич. Пародист. И, конечно же, Ботан. Кстати, кто такой Ботан, я фиг знает. Ах, даже так? Вот мне здесь подсказывают. Это Акакий Абдуллаевич Рашидский. Вы знаете, время у нас, к сожалению, в эфире ограничено. Поэтому я желаю вам всего самого наилучшего. С днем рождения и ура!